Всех приветствую, дамы и господа, а мы на Топскинсе и будем проверять этот сайт слоу баланса, потому что баланс на секундочку 322 рубля, и вот эти все кейсы мы будем вместе с вами открывать. Джекпот, не джекпот, бустер, кстати, очень дешевый кейс бустера, надо будет попробовать открыть, будем смотреть самый окупной кейс, искать и окупаться. Перед началом я прошу тебя обязательно поставить лайкосик, потому что я не знаю, что из этого получится, возможно мы все сегодня сольем, возможно мы даже окупимся, но обязательно лайкосик с тебя. Ну а если ты когда-нибудь окажешься на топ-скине, знай, что их промокоды, они не работают. Есть промокод 40 беру, плюс 40% на абсолютно любую сумму. Вот всегда, абсолютно всегда, когда ты будешь заходить на этот сайт, ты будешь получать плюс 40% и автоматически будешь окупаться. Это будет очень крутая система, потому что с 1000 рублей ты получаешь 1400. Очень большой и очень крутой бонус. Поэтому, если будешь использовать, знай, что это самый лучший бонус. Ну а мы начинаем. И начнем мы, наверное, с бесплатных кейсов. Нет, их я специально не открываю. Давай попробуем самые дешевые кейсы. Случайная армейская, смотри, 14 рублей. То есть, чтобы вы понимали, я могу его крутить на 10 раз. А я всегда приверженец того, что когда мы открываем кейсы вместе с вами, я обязан его крутить на 10 раз. Это работает принцип со всеми сайтами. То есть, когда ты, ну, давайте другими словами, чтобы вы понимали, когда мы заходим и когда мы открываем вместе с вами кейсы, что лучше, открыть один кейс, либо открыть 10 кейсов? 10 раз один кейс. Конечно же, 10 раз. Поэтому у меня без разницы, какой баланс. Я всегда буду открывать 10. Ой-ой, подожди, 99 рублей. Ой, вроде бы, 200. Сразу, сходу, плюс 60 рублей. Это круто. Поэтому обязательно открывайте на 10. Один может не окупить, второй может окупить. Вот это важно. Так, ну что, давайте карточки. Давайте попробуем степуху открыть 5 раз. Честно, никогда мне в них не везет от слова совсем. Да, еще одна попытка. Вы думаете, я угадаю? Никогда. Хоть бесплатный приз заберу. Не знаю, как работают карточки. Продаем. 100% продаем. Не знаю, как работают эти карточки, но мне никогда не везет. Вот вообще никак... Подожди. Нет, ну если не здесь, то... Ну, конечно. Ну, конечно, вот так всегда. Знаешь, вот вроде даже два иногда одинаково угадываю, вот как сейчас. А как определить, где еще одна? Ну, вот я хочу в центр, потому что, в принципе, все сходится. А тут у Азимов еще одна попытка сюда, а тут предатель. Все, и ты не можешь ее выбить. И так всегда, даже самыми дорогими Ой-ой-ой. Если бы сейчас у меня получилось выбить предателя, это было бы просто невероятно. Ладно, давайте. Первое, давайте, последнее. И это последний шанс выбить дух воды. Давай. Ну, моя удача, моя удача. Вот лучше открывать кейсы. Ну, лично я так думаю, не знаю. Потому что у меня было 380 рублей, стало 265. Понимаете, насколько сильно вас могут слить карточки. Поэтому, когда я открываю кейсы, мужики, открывайте вместе со мной. Это круто. Наши сборки, поехали. Охота открыть кейс примерно за 20 рублей. Какой-нибудь супер дешевый 20 рублей кейс. Например, случайный КЗ. А почему нет? Случайный ГЛОК тоже. Случайный Дигл. Подожди. Блин, было бы очень феерично, если бы они сюда добавили бы кейс, например, какой... А, добавили пламя, там крутится. Дигл за 90 тысяч рублей уже в кейсе. Итого, мы сначала окупились на обычном кейсе, сейчас мы должны... Ой, 117, 177 даже, не 117, обалдеть. 262, хорошо. Мы начинаем возвращать все, что потеряли. Опять вниз, только теперь не Дигл, потому что мы с него окупились. Давай случайную эмку. А здесь падает Посейдон. Подожди, как я понимаю, за... Да, за 200 тысяч рублей. Дядя, какая-то грязь. Я тебе серьезно говорю. При том, что эти кейсы стоят 17 рублей за одно открытие. И самое, что ни на есть странное, нас с первого раза окупило. То есть, эта история может окупать? Не знаю. Давай ГЛОК. Поехали открывать. Самое главное, сегодня хоть маленько выйти в плюс. 2-3 тысячи рублей с 300 рублей меня вполне устроит. Главное, чтобы вышли. Вот это, как говорится, знаете, хорошо окупает. Балдеж. Самое главное, чтобы не было так настолько сильно обидно. Поэтому давай 20-50. Поехали. Ограничено серия. Блин, а знаешь, неохота. Давай, наверное, 50-100. И вот она, изи тайная. Это популярные кейсы пользователей. Давай их пооткрываем. Блин, ну только он стоит 70 рублей, неохота. А вот тайная или нож, супер цена. Вот это можно открыть прям на максимум. Ну, на максимум не откроешь, ну да ладно, поехали. Итого, 380 рублей. Мы немножко в плюсе. Зашли в тайное и нож. Позвольте. Ладно, это нас... Ой-ой-ой, плюс 4. Ни хрена себе, это сейчас водолаз.
класс только стоит 4000. Ладно, давай еще раз на 500. Возможно, я сегодня полномочия, все, я больше не хочу ничего. Я уже окупился, мне прекрасно, я готов закончить ролик и продолжить в следующий раз. Но знаете, что охота сделать? Охота открыть 100 плюс кейс, например, Рич Бич или Нож. А почему нет? Новая Фуксия дорого, Шелковый Тигр дорого, Кайман дорого, Сайрекс недорого. 2800 за одно открытие? Ну, может быть, сейчас упадет Нож, и мы сделаем что-то невероятное. Новая Фуксия не стоит 2800, 2200. Слушай, нормально. А давай еще раз просто по приколу. Вот может же быть, что упадет Нож? Он же популярный кейс, значит... Значит, может упасть Нож. Ребятки, 10 тысяч рублей. Вы сами все видели? Обязательно. Прямо сейчас с тебя поставить царский лайкосик, подписаться на этот канал. Не забывай, что ты можешь в любой момент поучаствовать в розыгрыше ножа у меня в телеге. Я буду выводить этот нож, а ты, если будешь играть, нажимай пополнить баланс и вводи промокод 40беру. Потому что я пополняю только через них, и это самые рабочие и самые лучшие промокоды, которые только есть на топ-скине.